Привет. Привет, ребят, напишите, как меня слышно. И попробуем сделать. Попробуем сделать вот такой вот эфирчик. Смотрите, какая красота. Слышно хорошо. Привет. Видно, слышно. Всем привет. Ребят, попробую поотвечать на ваши вопросы. Давайте вот так вот красивейший вид вам оставлю. Он везде красивый. Давайте вопрос. Света, я всегда захожу на сухие дни только так и убираю недуги, травы и таблетки. Мало эффективны, либо долго действуют. Сухие самые быстрые результаты. Да, ребят, сухие одни из самых быстрых результатов, но вы должны понимать, что сухие дни, они не в каждом этапе самые быстрые, самые результативные, я бы так сказала. И я объясню, почему. Есть такие моменты, когда вы, например, находитесь на медикаментозном лечении. Есть такие моменты, когда вы находитесь на определенных... На определенных стадиях, когда, давайте так скажу, обобщу, что вас нужно промыть, да, вот, и тогда в этом, в этом состоянии, в этом исцелении очень хорошо будет вода, горячая вода, вот, поэтому сухие дни, они классные, они великолепные. Но не надо, не идите все, то есть не идите все под одну гребенку, не туда не залазьте. Потому что для кого-то сухие дни могут стать достаточно серьезными, которые поведут за собой определенные моменты, тоже не очень приятные, не очень комфортные. Это те моменты. Смотрите, какая классная штука. Мы здесь... Я с сыновьями, тут со знакомыми. Так, классный отдых, а чего не в купальнике? Ну, мы уже покупались. Все, у меня сейчас ребята рыбачат. А я сейчас буду читать книжечку. Буду читать книжечку, с вами поговорю, буду читать книжечку. Только здесь так много, ребят, крабов. Это просто какой-то кошмар. И сейчас еще не темно. Я не знаю, вам, наверное, не будет видно. Я так снимаю периодически. Вот сейчас еще они как бы так не подползают близко. А как только темнота наступает, и все.
Они, во-первых, огромные. Тише, а там что, рак вылез? Вон, смотри, там какая-то креветка огромная. Краб, да? С клешней. Одноклешневый, что ли? Или он так боком стоит? В общем, их очень много. И когда выключаешь свет, вот вечером я сидела, Стишка, он рыбачил. Здесь рыбаков ночью очень много. И когда он рыбачил, здесь... Потом я думаю, что такое? Вроде как что-то поблескивает такое около ног. Я понять не могу. И я включаю фонарик на телефоне и смотрю, что здесь вообще все засыпано крабами. Причем они такие достаточно большие. Но как-то так мне немножко боязно было. Поэтому я с фонариком досиживала. Вот, а сейчас немножко так это, ногой подступаешь, и все. Куда ты? Ты откуда? Куда? Хоть куда отовсюду. Так. Вот, поэтому сухими днями достаточно классно, если ты знаешь свой организм. Я бы, наверное, так сказала. Еда хуже курения, я прав? Смотрите, это разное. Это то же самое, что вы, например, будете говорить, что бег лучше, чем плавание, а плавание лучше, чем ходьба. Алкоголь лучше, чем курение. Курение лучше, чем наркотики. Это же не про лучше или хуже. Сейчас поезд проедет. Его слабо слышно. Ну, хорошо. Тогда сейчас продолжим. Это не про то, что лучше или хуже слышно. Слышно, видно. Это я уже... Не... Что хуже, что лучше. Это же разные степени зависимости. Вот. И как бы вам... Как бы вам не хотелось думать, что это все не про зависимость, это все не про не про прошлые жизни, это вот человек не достиг какого-то самосовершенствования, это нет силы воли, это нет тому много-много-много всего. Нет, ребят, это не про это. Вообще, что касаемо алкоголя, что касаемо любых наркотических пристрастий, а наркотические пристрастия – это в том числе и еда, это в том числе и любовные какие-то утехи, это в том числе и какие-то модные штучки, бирюльки. Это можно рассматривать каждое. Каждый момент как какую-то определенную наркотическую зависимость. Как бы вам это не было смешно, но это так действительно и есть. Поэтому еда, либо курение, либо алкоголь – это всего лишь разная наркотическая зависимость. Это разное пристрастие. А что для вас есть
есть это удовольствие. Почему для вас это именно удовольствие, именно этот релакс помогает сгладить ощущение невосприятия себя. Ощущение невосприятия себя, это опять же, ну смотрите, вот что такое алкоголь? Алкоголь – это искусственное расширение сознания, это уход в глубину себя. Ведь смотрите, когда вы, например, когда вы выпиваете, когда кто-то выпивает, ну, я думаю, что каждый из вас знал эту стадию выпивки, все, наверное, ну, большинство, давайте не все, давайте большинство. Большинство это проходило, стадию выпивки, стадию алкоголя. Что это дает? Ты же туда идешь, чтобы через себя, через познание себя, какой ты клевый, какой ты классный, какой ты жизнерадостный, рубаха парень. И вот ты через это идешь в мир. То есть алкоголь – это расширение сознания через любовь. Тебе не хватает любви. Ведь кто такие алкоголики? Это те, которым не хватает просто любви. Это не плохие люди, это не злые люди, это не злобные люди. Это не какие-нибудь там говноеды заморские. Нет, это именно те люди, которым просто не хватает любви, которые не могут познать любовь не потому, что даже вокруг них их может быть мало, этой любви, а потому что он не умеет любить, а так как он не умеет любить, он не может принять эту любовь. Что такое курение? Курение – это всегда скрытие боли. Когда у тебя есть боль, когда у тебя есть напряжение, которое ты не можешь вытянуть наружу, которое ты не можешь вытянуть туда, чтобы разобраться в этом. Это всегда закапсулированная боль, которую ты говоришь, как бы, ну, с ней я еще поживу, но вот этому важнее, тому важнее, туда лучше, сюда лучше, там, и много-много вариантов, которые ты придумываешь через курение. Что такое еда? Еда – это когда ты не знаешь, кто ты есть в этом мире, а что тебе здесь делать в этом мире, а какой ты в этом мире, а для чего ты в этом мире, а кому ты нужен в этом мире. А что ты можешь дать в этом мире? И мы можем разобрать с вами абсолютно каждую, любую зависимость, что она дает. И она абсолютно разная. И она не хуже, не лучше. Она просто абсолютно другая. На глазах почистить что-то, напоминаю, света мне это тоже интересно. Смотрите, глаза. Все, что связано с нашими глазами, глаза – это не то, что вы хотите увидеть, это не то, что вы хотите услышать. Глаза – это насколько вы закрыты от себя. И когда у вас есть в глазах вот эти, вот, знаете, как говорится, там многие говорят, там бельмо на глазу, там какие-то точечки на глазах, один глаз видит, другой глаз не видит. Это всегда обращение в вас. А что вы в себе, какие в себе пятна вы закрываете? То есть у меня все хорошо, а вот здесь вот плохо? Нет, неплохо, я с этим потом разберусь, это как бы не к спеху, я с этим могу жить, это нормально, это вроде бы как бы и классно, это вроде бы как бы и ничего страшного, я с этим справлюсь, я сильный, сильная. И вот эти вот моменты, которые ты в повседневной жизни, в материальном мире всегда отодвигаешь на потом, потому что их можно прочесть только обратившись к себе. Ну-ка, дай-ка. Какая огромная. Ну, посмотри. Я такую не знаю. Ой, как она плещется. Огромная просто. Ну, вот давай ее. Сумку. Так. Ой, ой. Это нормально, ничего сейчас. А, вот.
А что такое, посмотреть? О, блин, Тишка, я там вопросы читаю. Давай. Вот, в общем, глаза – это всегда обращение в вас. Это всегда то, что вы не хотите видеть в себе. Ни в ком-то, ни в чем-то. Это не то, что я не хочу видеть это во внешнем мире. Вообще, внешний мир, он не имеет никакого значения. Если себе первоначально всегда вы, всегда только вы, по-другому быть не может. Это всегда только сначала вы, а потом уже что другое. И вот как раз глаза – это закрытие. То есть, когда ты себя закрываешь, как форточку на себе закрыл. То есть, я и этого я не хочу видеть. И раз такое – и закрыл. Закрыл какими-то там пятнышками, закрыл еще чем-то. Это всегда про то, что я не готов себя полностью раскрыть, не готов себя полностью распаковать, не готов себя полностью вскрыть те моменты, которые есть во мне. Вроде бы и так все хорошо, вроде бы я в себе уже столько всего проработал, я в себе столько уже всего сделал. И вот это вот делание себя, отвлекает. Ты же столько времени туда... Горбыль. Горбыль? Да, сейчас. Ты столько времени туда уже потратил, столько лет, на распаковку себя, на проработку себя. А тут раз, и опять что-то, и опять что-то. Но очень часто бывает такое, что это прям идет очень долго, бывает, что с детства идет. Это когда ты не хочешь видеть, что у тебя есть даже в родовой программе. И это действительно имеет место быть, потому что родовая программа, она достаточно глубинная. И когда говорит там, вот ты наш свет, ты наш вот этот, вот ты наш вот этот, невозможно увидеть свет без тьмы, невозможно тьме распаковать через лучики света. И это есть всегда. Так, о камнях, ребят, мы сделаем эфир, ну, может быть, завтра, послезавтра, не знаю, как получится. Попробую успеть сделать про камни эфир до того, как я уеду в Геленджик. Вот. А после Геленджика, ребят, практически там просто не будет интернета. 26-27, по-моему, 26-27. Ага. Я буду в Геленджике, но 25-го туда уезжаю, а приезжаю и на следующий день улетаю уже на Байкал. Ребят, у нас на Байкале еще есть места, поэтому если вы готовы прям кардинально себя поменять свою жизнь кардинально, действительно кардинально, то присоединяйтесь, места еще действительно есть. Так. Так, Светик, неужели нам остается только проживать жизнь, проживать то, что уже было? А в чем интерес, где он? Смотрите, проживать то, что уже было. Это немножечко не совсем так, что проживать то, что... Мы всегда проживаем повторно только то, с чего не получили опыт, из чего не смогли вынести какие-то определенные свои уроки, свои какие-то навыки. И поэтому для многих это становится как новшество. То есть ты его как будто забываешь, как золотая рыбка. 5 секунд памяти, и все, и опять в ноль. Это когда с тобой происходит что-то, и ты такой, да, я все понял, я все сделаю по-другому. И потом раз, и опять вот уже ситуация, опять вот уже жопу. Это очень часто можно отразить в любовных делах. Это что касается мужчин и женщин. Это знаете, как вот мы... О, летающие рыбки. Я первый раз сегодня увидела, ребят, летающих рыбок. Прям стайками летают они вот над этим. Маленькие такие рыбешки. Стайками летают над водой. Блестящие такие. Так прикольно.
когда ты вроде пережил, думаешь, все, я такого мудака больше в свою жизнь не пущу. Или там, я такую дуру, чтобы у меня еще раз была такая вот прям дебилка. Нет, такого больше не будет. И вновь на одни и те же грабли. А просто это в любовных делах, это настолько ярко все проявляется, что вы можете это отследить. И вы можете отследить, и вы потом с подружками там, или с друзьями начинаете говорить, да что ж я такой осел или такая ослица, почему я все время вот на одни и те же грабли. Я же уже думала, там, там я его запишу, как там не брать трубку, там, или много-много всего. И потом, когда он звонит, там начинаешь, там, аж сердце в пятки уходит, и начинаешь это. В жизни то же самое происходит. Просто это не настолько эмоционально окрашено, как то, что касается сердца, то, что касается любви. И вы наступаете на одни и те же грабли, но пока вы, пока у вас внутри не перещелкнет, у вас никуда не уйдет. Ребята, это то же самое, что с едой. Вы можете головой понимать, насколько все плохо, насколько вам тяжело, насколько это не ваше, насколько вас куда-то уносит мысли, уносит физическое тело, уносит еще что-то. Вы это все прекрасно понимаете, но в очередной момент начинаете вновь и вновь возвращаться к еде. И только когда приходит осознание, что оно очень легкое, оно прям такое как бы, я не хочу это больше, это уже не для меня. Мне это не интересно. Это уже безвкусно. У меня есть другие интересы, которые для меня значительнее. И ты можешь смотреть, что бы ни ел другой человек. И тебя не то, что не будет хотеться, либо не хотеться, а это вообще как будто бы из другого мира. Ну, то есть, например, вы купаетесь, а рыбаки, например, сидят. Да, если вы не рыбак, вы купаетесь, и рыбаки сидят на пирсе и рыбачат. Вы их можете просто не замечать, хотя вы знаете, что они сидят на пирсе, да? Но вы их можете не замечать. Вы можете заниматься своими делами, и как будто бы их нет. Но они же есть там. И так же будет с едой. Потом вы будете видеть, что как бы другие люди едят. Она есть, продается в магазинах. Вы можете с ними сидеть в одной компании, где они будут кушать. Но никаких эмоций, ни положительных, ни отрицать, не хочу, не хочу. Их просто не будет в вашей жизни. И все, это будет очень легко. И так со всем. И когда мы говорим, проживаем одно и то же, вы всегда проживаете то, что не смогли осознать. Как только вы это осознаете, вам уже не нужно это проживать. Это уже настолько неинтересно в вашей жизни, что вы даже это привлечь не сможете. Так, давайте поотвечаю здесь на вопросы. Не просто же так мы ведем эфир, да? Так. Приветствую. Онкология молочной железы. О чем это? Что нужно осознать? Онкология молочной железы, это нужно осознать, что у тебя с финансами не так. Как бы это ни звучало нелепо, но да, ты все время стремишься для кого-то сделать хорошо, для родителей показать, что ты чего-то достигла молочной железы, да, для мужа показать, что вот я такая хорошая, полюбите меня, для детей показать, о, нифига себе, все, пошла массовка. Рыбка за рыбкой. Для детей показать, насколько ты актуален, насколько ты клёвый. Это как раз молочная железа. Молочная железа – это то, что ты не даешь себе продохнуть. Это то, что ты себя не можешь раскрыть грудь и сказать, что да, вот я такая. Кстати, онкология молочной железы, она одна из тех моментов, когда вы быстрее всего можете от нее уйти, как только осознаете, что вам это неинтересно. Поднять, обнять, поцеловать, любить. Так, здравствуйте, хорошо, можно восстановить зрение?
можно восстановить зрение. Ребят, очень же много вообще очень много методик восстановления зрения. Вообще очень много роликов о восстановлении зрения. Я по себе не могу сказать, что восстановление зрения у меня какое-то. У меня оно... Но на данный момент у меня не было плохого зрения. Вот. Я его не восстанавливала. Единственное, могу сказать, что был такой момент, и я где-то это рассказывала даже в ролике. Это было, наверное, очень около года, лет двух назад. Ребята, там нужно было мальчику сдавать на права экзамены в Германии. И у них там обязательный процесс, там что-то со зрением связано, что и если у тебя зрение немножко там отклоняется настолько-то, то тебе обязательно с очками. То есть в правах обязательно указывается, что у тебя очки, что ты должен ездить с очками. А сам ребенок, как бы ему 8, вот на тот момент, сколько там, 16-18 лет, да, дают права. Вот. Он не хотел, чтобы он вообще не носит очки, он не хотел, чтобы это было указано. Вот. Единственное, что я ему порекомендовала, двое суток депривации сна, чтобы вот этот вот песочек вышел, и после депривации сна будет абсолютно другое зрение. И да, действительно, он сдал на права после двух суток, зрение было 100%, вот такой опыт был. Но чтобы ко мне лично ходили с исправлением зрения, у меня такого не было, то есть онкология, какие-то другие заболевания. Про них я могу рассказать на практике своих ребят. Но по зрению у меня был вот единственный случай, потому что как-то, не было такого, не акцентировалось, наверное, я бы так сказала. Спасибо, Александр. Нервный тик в глазах, что показывает? Не в глазах, наверное, вот глаз есть такое. Это нужно вернуться туда, когда он у тебя случился, и это твое невосприятие. То есть тебя кто-то... Нервный тик – это всегда унижение. Ты себя чувствовал в какой-то момент униженным по каким-то причинам. И вот эта вот униженность ты... не можешь себе проработать, не понимаешь, что с этим делать, как с этим быть. Вроде бы ты понимаешь, что это для тебя ерунда какая-то, для тебя сейчас, но если ты вернешься туда, вот там, где он у тебя создался, для тебя это было прям, для тебя на тот момент был важен этот человек, который ты сказал, важны были его слова, которые сказали. Важно было твое состояние, при котором тебе сказали. Именно поэтому он у тебя случился. Это тоже убирается, но убирается это, во-первых, через возвращение туда и проработайте стопы ног. То есть нервный тик на глазках – это всегда стопы. Бутылку можно. Сейчас очень много роликов, и знаете, ребят, даже есть, вот я не знаю, если там в России, да, вот в этих фикс прайс, есть различные ролики, они могут быть не обязательно для ног, но их тоже можете сесть и покатать ножками. То есть все, что связано со ступней, там можно очень, потому что на ступне очень большие, самые большие точки, которые касаются наших глаз. Вы точно так же можете проработать, нервный тик уйдет. Но, опять же, если вы на физическом уровне проработаете, если у вас будет приближенное состояние, которое вы тогда испытали, когда он у вас был первоначально, он у вас вернется. Все-таки нужно понять, что там было, почему для вас на тот момент было это так важно, те слова, те действия. Проживаете день как последний? Я бы, наверное, не сказала. Как последний, это, знаете, это схватить все в этом дне. А ты уже есть все. Тебе не нужно схватывать в этом дне все.
Тебе не нужно оставлять что-то на завтра. Тебе не нужно вспоминать что-то, что было вчера. Он у тебя не как последний, а как единый, я бы, наверное, так сказала. Когда у тебя теряется грань между рождением и смертью, и ты тогда не пытаешься все лучшее сразу навалить на себя, чтобы устать от этого дня. Завтра опять устать и вновь устать. Потому что ты каждый день пытаешься прожить его как последний, как неимоверный день. А когда это не последний день, не первый, а просто это единый день всего, всего рождения, всего всей смерти. Потому что между жизнью и смертью нет ничего. Есть только жизнь и смерть, она единовременна. Между ними нету никакого мига. Между ними нет того, за что можно зацепиться. Потому что и они не отделены друг от друга. Это единое. Единая жизнь и смерть — это единое. Это в раз. Сразу. И то, и то. И поэтому жизнь создали для того, сказав, что есть жизнь, чтобы разделить жизнь и смерть, рождение и смерть. А когда вы разделяете рождение и смерть, то тогда вас все время, так как нету вот этой вот середины, про которую нам все говорят, миг, между прошлым и будущим есть только миг, да, между жизнью и смертью есть только миг, за него и держись. Почему ты не можешь за него держаться? Потому что нет этого мига, нет рождения, нет смерти, нет прошлого и будущего. Есть единовременно, единоразово, все только сейчас. И пока ты это не осознаешь, не проживешь всей своей глубиной, тебя все время будет выбрасывать либо в прошлое, либо в будущее, и ты не сможешь закрепиться. И все время будешь страдать, что ты не в настоящем находишься, не в миге, не в настоящем моменте, как это любят говорить. И все время в страданиях. А страдания эти приходят только лишь из-за того, потому что нет этого осознания, что... А его нет, этого мига. Это и есть жизнь и смерть без разделения. Между ними нет интервала. Между ними нет точечек каких-то. Нет галочек каких-то. Это и есть единое пространство. И когда ты это осознаешь, то ты не пытаешься все и в раз захватить в один день. Ты не пытаешься вспомнить, что было вчера. Ты не пытаешься прогнозировать, что будет завтра. Ты просто есть в легкости, без напряжения все схватить. Так, Александра вроде бы ответила. Если ум, интеллект не развивать, он атрофируется. Я бы, наверное, так назвала. Атрофироваться может у вас только мозг. И он может давать определенные побочные эффекты физические. А ума его нет. Это тот мистическое какое-то слово, мистический орган, мистическое... Хоть что. Где он находится? Ум. Вы можете только предположить, что он находится где-то вот здесь, но его нет, там есть только мозг. А ум — это то, что придумали. И вот то, что придумали, так как его не существует, его пытается вот это вот несуществующее облагородить чем-то. Тем, чего нет. То есть облагородить то, чего нет, можно облагородить только тем, чего нет. А развивать нужно ум. И это ваш предохранитель для физического тела, безусловно. Спасибо, Василий. О, сколько хороших откликов. Присоединяюсь. Света, супер, леди, умница, красавица, всем поможет ставить себя.
смысл жизни? Кто создал человека? Зачем? Смысл жизни, ребят, я уже говорила, смысл жизни он у нас единый. Самый простой и самый тяжелый. Это быть счастливым. Это единственный смысл жизни. Только когда ты счастлив, ты можешь другим раздавать счастье. Только из состояния себя. Только когда ты есть любовь, ты можешь раздавать эту любовь. Только когда ты в благости, ты можешь поделиться этой благостью. Только когда ты есть сам это благость, эта любовь, ты можешь это давать. Поэтому наше предназначение — быть счастливыми. Когда мы в чем-то несчастливы, когда мы уходим от себя, мы становимся как обычные батарейки, которых очень легко израсходовать и выкинуть, чтобы их уже никогда не было. Попробую вот так. Красивый закат. Ой, аккуратно. Сегодня солнышко нет, особо не видно заката. Вот. Поэтому единственное предназначение — это быть счастливыми, научиться быть счастливыми, потому что вы можете быть счастливыми только тогда, когда вы познали, что такое счастье. А счастье, оно может быть только из состояния любви за все, за боль, за утрату, за смерть. За болезни. И через боль, через болезни ты понимаешь, насколько прекрасно все вокруг. И когда ты через боль понимаешь, насколько прекрасно все вокруг, то ты становишься ровным. И ты понимаешь, что как нету мига между прошлым и будущим, так нет и прекрасного и ужасного. Просто все есть. Все есть. Вот смотрите, вот сейчас вот я сижу на море. Вот кто-то доволен морем, кто-то недоволен. Для кого-то оно теплое. Для кого-то оно холодное. Для кого-то приятно, что оно теплое. Для кого-то неприятно, что невозможно охладиться. Для кого-то хорошо, что нет волн, и они могут на сапе покататься. Для кого-то плохо, что нет волн, и они не могут волны попрыгать. И много-много мы можем всего перечислять. А море, оно просто есть. Вне зависимости, что о нем думают, с какими мыслями и помыслами в него заходит. Оно просто есть. И вы на этой земле, вы просто есть. Но вы должны понимать, вы есть как тот материал, который будет использован и расщеплен в этой плотности. Либо вы будете тем механизмом, тем винтиком, который поймет строение, где он находится, который поймет строение всего сущего, чем является этот винтик. И может выйти на другой уровень, следующей плотности, познав эту плотность как самого себя, как винтик этой плотности, как частичка этой плотности.
Будьте здоровы. Спасибо большое. Наша жизнь – это подготовка к вечной жизни. Она уже начинается на Земле в форме человеческой жизни. Так у нас она уже есть, вечная жизнь. Смотрите, ребят, но вечную жизнь… Давай, мы золотые. Ныряй. Вечная жизнь, она же не для всех, как бы это банально ни звучало. Или, может быть, как-то кому-то это не понравится. Но не все могут быть в вечной жизни. Есть люди, которые разуплотняются в этом мире. Они здесь больше не нужны, они не проходят своих этапов, они не проходят своих опытов души раз за разом, и тогда как бы их душа, я мультяшным языком таким говорю, да, их душа становится как более ватная, более разуплотненная, и в какой-то момент она просто сюда уже не приходит, она разуплотняется. Есть люди, которые уплотняются с каждым разом, чем плотнее они становятся, тем быстрее они видят другие плотности. Не видят, а живут, начинают жить в других плотностях. Потому что мы же можем жить сразу же, единовременно, в нескольких плотностях. И мы про это говорили уже с вами. Поэтому это даже не подготовка. Вы уже сюда пришли не впервые. Здесь не начало в этой плотности. Вы уже сюда пришли с определенным опытом. И с другой плотности. Поэтому здесь это не первичная подготовка. Так, еда прилипла ко мне, и уже неинтересно, и тело страдает. Но что-то заставляет кушать и кушать. Как быть? Ребят, это я много говорю, это через осознание идет. Через осознание. Зачем тебе это? Ты же... Если бы тебе было так плохо, ты бы от этого ушла. Подумай, для чего ты страдаешь, что, какие ты плюшки видишь в своих страданиях. Проблема с костями, остеопороз. Проблема с костями. Ребят, я уже про кости говорила. У меня есть эфир где-то про кости, где я говорила, почему у нас разуплотнение костей. И здесь помогут, во-первых, камни определенные, которые поддержат кристаллической решеткой твою структуру костей. Это первый момент. И второй момент, остеопороз, это же, опять же, почему ты всегда себя ставишь на колени? Почему ты не можешь быть с гордо поднятой головой, с расправленными плечами? Кому ты все время пытаешься отдаться? Но это не просто отдаться, да, а я вот всю жизнь положила на это, а у меня никакой благодарности. Вот это из этой серии. Вот это как раз все, что связано с костями. Все, что связано с костями, это когда очень часто бывает, когда авторитарная мама, это при полной семье, когда есть и папа, и мама, и при авторитарной маме
чаще девочки видят, как их любит папа, но не могут принять всю эту любовь по определению, потому что они боятся, да, так образно говоря, боятся, потому что есть другой объект их любви, мама, которую он не может отодвинуть куда-то. Вот. И девочка начинает быть с достаточно хрупкими костями. Любые заболевания костей, это как раз в том числе и оттуда. У меня тоже, по-моему, есть эфир на эту тему. Как перестать бояться собак? Почему ты боишься собак? Смотрите, до вопроса дошла, и собака там где-то лает. Я не знаю, слышно вам или нет. Что мой золотой? Смотри, какая собака. Ну да, тут нужно понимать, что какая собака, какой ты собаки боишься. Если какие-то большие собаки, то, конечно, лучше не нарываться. А если вообще, в принципе, боязнь собак, да, то боязнь собак – это, опять же, боязнь преданности. Твой страх быть преданным одному человеку. Твой страх, чтобы не подпустить к себе человека настолько близко, чтобы он был предан тебе, чтобы он в тебе видел какую-то опору. Ты не подпускаешь к себе людей и сама не подходишь очень близко к людям. Боишься приблизиться, боишься остаться, быть нужной, преданной, любимой, и как в отношении к себе, так и в отношении к другим. Не убегать от страха, осознанно его прожить и превосходя его спокойно. Ребят, это, знаете, вот эти вот все слова, что осознанно прожить этот страх, это классно. Но как его прожить, если ты не понимаешь, откуда он взялся? Как его прожить, если у тебя нет понимания, а что такое страх, откуда он взялся? Прожить его как? Ну вот я боюсь, к примеру, для собак, да, я боюсь собак, как его прожить? Сесть в клетку к собакам, но я его механически вырублю. Но у меня все вот эти вот моменты, они перенесутся на что-то другое. Это не выход. Нужно же понимать, из-за чего. Мы же с вами разумные существа. Нам же не просто как это, там, я пошел, все, сейчас, вот это вот сделаю, и будет у меня все зашибись. Нет, нам нужно понимать, откуда это все идет, откуда ноги растут, где нам нужно проработать, что нам нужно убрать. И это, наверное, одно из основных. Не просто тупо вот это вот пережить, перетерпеть, перебороть, свой страх, там, как на мясорубке, перерубить. Откуда этот страх появился-то? Что он тебе дает-то? Ты уйди туда, что дает этот страх? И каждый страх, он же дает абсолютно разное. Нет его однотипного, нет его одинакового у всех. Спасибо большое, Александр. Так, Света, а как убрать роговой гнойный налет с глазных яблок и зрачка, которые иногда воспаляются? Нужно, во-первых, отследить, почему воспаляются, на каких этапах. Вот. И сначала я бы вообще порекомендовала убрать бы это воспалительным процессом, а потом, конечно же, это чистить, это лимфатическая система. Это даже не столько печень, сколько именно лимфа. Нужно прогнать лимфу
и прям максимально вычистить слизняков, выгнать, как они, грибы вот эти вот, слизняки, когда выходит прям слизь такая. Это лимфатическая система, это при чистке печени, когда вы разгоняете кровь лучше дыханием, любые дыхательные практики. Это быстрая ходьба, это может быть бег, если там с коленями. Это могут быть просто дыхательные практики, лежа в постели. Вот. Очень сильно запустить лимфатическую систему и прохлопываниями. Ну и, конечно же, после этого, чтобы это максимально вышло, это либо клизмы, либо гидроколонотерапия. Кому не противопоказано, обязательно, ребят. Тема никакой, ребят, просто общение. Любовь должна управлять разумом, тогда жизнь и сердце, которое управляет высшими сферами. Ребят, я вам скажу, знаете что, когда вы проходите определенные этапы своей жизни, то вы понимаете, что та любовь, которая вам всегда казалась, что это любовь, это всего лишь набор химических функций вашего тела. А истинная любовь, она тотальна, она вообще про другое. Она вообще не про эту любовь, про которую мы привыкли думать. Она действительно другая. И поэтому, когда мы говорим, что любовь должна управлять, это когда мы говорим, любовь должна управлять, это, знаете, чисто любовь должна управлять, она обязана. И любовь такая, ух, где меня тут кулаками всех растолкала, локтями. Нет, это не про это. Любовь, она просто есть все. Она не выражается нигде, ни в чем, ни в ласках. Она не выражается в принятии или непринятии. Она просто тотально есть, и она такая вот, как все распространяющееся везде, единовременно, во всем. Она просто есть. Наверное, она больше приближена как к какому-то принятию, чем к такому «любовь, любовь». Наверное, больше к этому. О! Еще одна клевая. Жизнь из сердца – это жизнь из источника. Ребят, нужно понимать, что если мы говорим про сердце, то это не всегда про то, что имеют в виду люди. Потому что если мы говорим про физическое состояние, то у нас есть нейронные связи, которые абсолютно не связаны друг с другом. Нейронные связи, которые идут сердечные и мозговые. Вот, и они две не соприкасаются. Поэтому, когда мы говорим жить сердцем, это не про... Это про состояние внутреннего себя. Светлана, скажите, пожалуйста, как лучше выходить с сухих дней? Вода, соки, отвары, салаты или фрукты? Очень много противоречивой информации. Я все-таки рекомендую с сухих дней выходить на отвар полыни. Отвар полыни это делаете на пол-литра
пол чайной ложечки полыни, немного, чтобы он не был неядреный. Полчаса настояли, потом туда добавляете лимон и мед. Потому что когда она получается горькая, сладкая и кислая, эти три компонента, чтобы они когда расходятся по организму, по межклеточному пространству, то есть она не идет в межклеточное пространство, но она идет, дает определенную химию, что выдает в межклеточное пространство определенные компоненты. И когда вы начинаете пить вот горькое, кислое и сладкое в горячем, в достаточно горячем, то у вас за вот эта вот желчь, которая застряла, заскорузла за время сухих дней, она, во-первых, проходит, что у вас не будет сильной интоксикации, это первый момент. Второй момент, за счет вот этих трех компонентов у вас не будет мышечных спазмов, не будет, то есть судорог, и вы легко выйдете. И вам не, вы как бы попьете, у вас мозг даст реакцию, что вы попили, и у вас не будет сушняка, чтобы у вас не было отечности. Вы же знаете прекрасно, что после сухих дней, почему люди боятся сухих дней, потому что у них на второй-третий день начинается сильная отечность. Вот если вы будете выходить на полыни, то отечности, как правило, не будет. Это первый момент. И второй момент, вы, например, выпили полыни, вот, а если сильно хотите кушать, то тогда через не раньше, чем через час, через 40 минут начинайте как бы в полости рта рассасывать авокадо. Авокадо, он очень жирный, практически безвкусный, и это тот жир, который очень хорошо усваивается и дает очень хороший, очень плавный, очень легкий желчеотток. Во-первых, вы наедитесь этим авокадо, потому что он достаточно жирный, и у вас не будет интоксикации, вы не захотите после этого очень много съесть, потому что вы после сухих сразу же там вот это сейчас съем, вот это съем, вот это съем. И тогда на следующий день вы можете спокойно приступать уже к салатикам. Но это нужно смотреть, сколько вы были на сухих днях. То есть если это, я говорю, выходе из сухих дней, это 3-5 дней. Вот, если вы дольше были на сухих днях, то там уже дольше нужно быть на полыне, дольше нужно быть на вводить что-то более легкое. Вот. Но это я все даю в марафонах. У меня прям очень хорошо раскрыта эта тема в марафонах. Как заходить, на чем, почему, что происходит с вашим организмом в эти моменты. Я об этом очень хорошо все говорю досконально, чтобы вы понимали, что происходит с вашим организмом, когда вы заходите, когда вы на сухих, в первый день, во второй день, что происходит с вашим организмом, чтобы вы не пугались. Чтобы вы понимали, что если это происходит, то это не страшно, потому что вот это и вот это. Когда вы знаете, что с вами происходит, тогда вы легко идете. Тогда вы, даже когда у вас вообще нет никаких сил, но вы знаете, что с вами происходит, потому что я об этом вам говорил, то тогда вы это в огромной благости все воспринимаете, вам намного легче становится. Спасибо, Андрюш. Личность. Я стою прям всем горой. Стою, умничка, молодец. Пускай Господь тебе всем по всем помогает. Спасибо огромное. Так, да, у Славы есть марафон с подробностями о выходе. Ложечки половины. Да, Светлана, благодарю за счастье. Благодарю. Понятно. Реакция глубже. Сейчас толку. Да. Света, привет. Ты мне сегодня приснилась. Ты твоя какая-то кошка, которая меня обняла и поцеловала. Удивительно так. О, здорово. Иди дальше в этот опыт. Что тебе хочет? Кошки — это всегда потусторонний мир. Это не мир мертвых, это всегда другой иной мир, другая плотность.
где у тебя есть те знания, которые ты боишься распаковать для себя. Иди туда. Такой отвар полыни, мед, лимон, наверное, можно пить каждый день без голода. Ребят, не пейте ничего каждый день больше 2 недель. Организм привыкает, и если вам потом нужно будет для чего-либо выпить определенный отвар, то он не будет на вас действовать. Поэтому все, чтобы вы не пили, максимум 2 недели. Веточка, киста в женских органах. Киста в женских органах. А что со свекровью у тебя? Что-то с мужского рода, с мужской половины женского рода. Жидкий стул от отвара. Но если после сухих, то это ничего страшного. Что значит идти в это или в это? Это побыть в том ощущении, в той картинке, и побыть, почувствовать, что там, или какая там информация идет, или как. Да, нужно, смотрите, если есть страх, например, в чем-то, ну, смотрите, страх в собаках, да, вот мы только что разбирали. То есть мы не идем в этот страх, а почему я боюсь? Ты никогда не поймешь, почему ты боишься. Ну, нет, вернее, если бы ты... Кто-то в рот залетел. Вот, а вы говорите, что не едение, да? Вот тут сидишь, а уже кто-то в рот залетает. Если бы вы знали, от чего это идет, вы бы сами с этим совсем разобрались. Но вы всегда смотрите не в ту сторону. Это не про то, что кто-то глупый. Это про то, что если бы вы знали, в какую сторону смотреть, вы бы сами это все сделали. И как раз это про то, что либо на себя посмотреть с другого ракурса, либо найти того человека, который бы вам смог подсказать со своего ракурса. Как бы это даже глупо не звучало, но это действительно так. И очень часто, что мы, например, там вот собаки, там собак боюсь, вот иди там собаки в клетку забиться, и весь страх пройдет. Да нет, это не про это. Это именно про то, что ты боишься взять ответственность на себя за другого человека. Это ты боишься, что за тебя кто-то возьмет ответственность, что ты станешь кому-то нужной. А что я буду делать? Я всегда, всю жизнь не была никому не нужна, а тут становлюсь нужной кому-то. Это же про это. Вот. И идти куда-то, во что-то, это как раз не с того ракурса, с которого ты привык или привыкла, а с другого ракурса. А что тебе это дает? Почему это с тобой так происходит? Какие плюшки ты в этом видишь? Ну прямо конкретно. Абсолютно кардинально с другой стороны, чем ты думал. Потому что если ты пойдешь вот в это, просто в страх, ты просто его проработаешь физически. Вы на рыбалке или на море? У меня сын младший любит рыбачить,
Поэтому я с ним очень часто сижу здесь. Он рыбачит, а я книжку читаю. Сейчас с вами закончу и фонарь включу, буду книжку читать. Он мне может всю ночь просидеть здесь. И я с ним вместе на моречке. Все, вопросов больше нет. Ребятки, буду заканчивать. Спасибо вам огромное за вопросы. С вами было очень-очень приятно. И я надеюсь, что вот такая вот красота вам тоже была приятна. Всех обняла, всем спасибо. Пока.